Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня у нас нет выхода, мы должны поговорить о шаббате. Не только потому, что сегодня начинается шаббат, а потому, что это шаббат Гадоль, великий шаббат. Единственный шаббат в году, который имеет имя великий. Ну, это уже означает, что это что-то невероятное космическое событие. Вообще вот о шаббате, о благословении в шаббат, можно разобраться с концепциями такими, как вообще благословение. Давайте на секунду. Что значит благословение? Подходит человек, говорит что-то тебе, и у тебя получается. И говорит, что пусть у тебя будет все хорошо там-то. Как это все происходит? Вообще, исследуя концепции благословения и освящения, наши учителя говорят, что они не могли возникнуть в этой реальности, с которой мы знакомы. Это из другого мира. Браха и благословение – это вот кусочек с другого мира. Разъяснение сути благословения дается в Талмуде. Кто интересуется, трактат Бава Мециа, 42-й лист. Талмуд советует, вдумайтесь, крестьянину, собравшему урожай, перед тем, как его взвесить, помолиться Всевышнему о благословении. Ведь то, что человек собрал, больше, чем он посеял. Если он собирается произнести браху после взвешивания, да, его молитва становится бесполезной. Когда мы идем, лезем в карман там, и считаем, там, что у нас там в кармане есть, там, сколько там, 700 там, шекелей, скажем, да, значит, и мы молимся, что пошли мне в карман 800, это уже не молитва. А вот до того, как мы засунули в руки в карман, все может быть. Поэтому урожай, который собирает человек, в любом, это обширное такое слово, принадлежит материальному миру ограничений. Он зафиксирован. Этот урожай потерял связь с бесконечным духовным измерением, не может принять благословение Творца. Но пока урожай не взвешен, конечное его количество зависит от брахи, от благословения. Вот эта вот концепция мира, она самая простая и самая сложная. То есть таким образом благословение – это неограниченная какая-то такое прорыв из другого мира, разрывающий занавес материальности и увеличивающий даже физический мир и сверхъестественные границы. Всевышний благословил и осветил седьмой день. И вот эта бесконечная энергия, нисходящая в мир в шаббат, позволяет материальным вещам стать благословенными. А точка вот эта вот, пересекающая два уровня, реальность, ограниченная мира, и ту, которую мы не видим, это шаббат. Заар говорит, что мир это духовное единство, книга Заар Кабалы. И каждая его часть, составляющая, черпает свою духовную энергию и жизненные силы сверху. Человек нуждается в шаббате, чтобы оторваться от мира ограничений и хоть как-то секунду прикоснуться к вечности. Что написано? 6 дней будет делаться работа, а в 7-й день шаббат. Соблюдаемое прекращение работы и так далее. Тора подчеркивает, что в течение 6 дней работа будет что? Делаться. Как бы сама по себе. Да, у нас есть проклятие, мы обязаны работать. Если человек живет с ощущением, что все, что у него есть, это его личное достижение, ему очень тяжело соблюдать субботу. Полностью становится, остановить все дела, там, не совершать никакое сложно. Но если он осознает факт, что в течение 6 дней работа делается, что все сверху, что он лишь выполняет проклятие, в поте лица будешь добывать свой хлеб, ему несложно отложить проклятие на сутки. Расскажу короткую историю с Раби Моше Файнштейном. Однажды он направлялся домой, мимо после утренней молитвы, всегда останавливался возле парикмахерской и говорил: «Шалом, господин Герберт, доброе утро». «И тебе доброе утро, Раби», отвечал парикмахер. Это была такая уже привычка, всем это вот так красиво, и парикмахер был счастлив. Во-первых, было очевидно, что Рав благословляет от сердца, кроме того, все говорят, что он важный Рав, кроме того, клиенты прямо аж волнуются, встают перед ним и восхищаются, что и говорят парикмахеру, какая честь, такой раввин каждый день. Все дни он его благословил. Кроме шаббата, в шаббат он проходил мимо работающей парикмахерской, идя с синагоги. На следующий день после шаббата опять останавливался и опять сияющимся лицом давал браху. Сопровождающие раба Файнштейна удивились: зачем вы так стараетесь благословлять его каждый день, и с учетом того, что он еще и нарушает шаббат? И наш учитель сказал, что первое ваше затруднение разрешается вторым. Упреки и протесты точно не помогают. А вот мое браха и приветствие посмотрим. Спустя некоторое время рабих проходил мимо парикмахерской. В шаббат она закрыта. Вывеска возвещала о том, что она больше не работает по шаббатам и еврейским праздникам. На следующий день он снова остановился приветствовать. И раби, вы знаете, говорит парикмахер, моя парикмахерская закрыта по шаббатам. Я видел, говорит Рав Файнштейн, и будешь ты благословлен. Шаббат это источник благословения. А вы знаете, говорит, почему? Из-за ваших благословений. Всю неделю вы останавливаетесь, а по шаббатам нет. Я хочу благословения также в шаббат. Рави Файнштейн улыбнулся и сказал ему: да будешь ты благословен, сын мой. Сам шаббат благословляет тебя, чтобы у тебя был праздник.
Браха ва ацлаха. Я хочу дать свой скромный браху всем тем, кто слушает наш урок, чтобы у него был сегодня очень хороший шаббат. Это важный шаббат, это шаббат перед Песахом, это шаббат Гадоль, единственный, кто назван великим. Это шаббат, который очень может много поменять. Это шаббат, который вкладывает в человека энергию на следующий целый месяц. Поэтому проведите сегодня, если это возможно, его как-то по мере возможности как-то хорошо. Попробуйте что-нибудь порадоваться, кого-то порадовать. Обязательно сегодня, если можно, кого-то посадить за стол. Браха ва ацлаха, хорошего шаббата. И чтобы не было никаких бед. И чтобы вот эта браха, она опустилась на всех. И, наконец, вот закончились все эти неприятности, все эти несчастья. И только мир нам снова улыбался. Так, как это еще, может быть, было совсем недавно. Браха ва ацлаха.